Здорово, пацаны и девчонки, настало время поговорить о тяжелом весе и суперпоединок Фрэнсис Нганну против Джуниора Дос Сантоса. По сути, наверное, этот бой вполне потом можно будет назвать и претендентским, да, потому что встречаются два топовых тяжеловеса. Фрэнсис Нганну — это человек, который обладает просто пушечным ударом, мы все это прекрасно помним, и Алистар Аверим не даст соврать, Кёртис Блэдс не даст соврать, и многие не дадут соврать. Человек, который 3 года назад еще питался подножным кормом, но в итоге сумел вылезти из тени, так сказать, и взобраться практически на самую вершину. Он даже дрался за пояс, как вы помните. Что касается Джуниора Дос Сантоса, то это бывший чемпион UFC, который терял свои пояса, потом опять их возвращал. В общем, капитальный красавчик. Если мы говорим про статистические показатели, да, то по всем, примерно по статистике, Джуниор Дос Сантос превосходит своего соперника. Но Фрэнсис Нганну много раз доказывал, что статистика — это не про него. Он просто выходит и кладет людей. Всем прекрасно известна слабая сторона Фрэнсиса Нганну – это, безусловно, его выносливость. Поэтому, если Джуниор Дос Сантос не пропустит в ранних раундах и затянет Фрэнсиса Нганну в глубокие воды, то, скорее всего, одержит победу, потому что Нганну просто-напросто устанет. Да, таскать такую массу по октагону очень тяжело. Поэтому я считаю, что Джуниор Дос Сантос не пропустит в первых раундах, затащит соперника в поздние раунды, там его измотает и прикончит. Более того, я считаю, что этот бой закончится досрочно. Согласны или нет? Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал.